Я, наверное, очень счастливый человек, что сегодня в открытии цирка, значит, был такой торжественный спектакль. Я вчера, правда, на прогоне посмотрел, Мне он очень понравился. Я считаю, что, может быть, сегодняшний день должен быть праздником цирка. Потому что в наши времена бывают и хорошие, и плохие, и, значит, трудные. Все-таки нашли возможность восстановить вот этот старый Чинделинский цирк. И моя благодарность всем участникам, рабочим, управляющим, Министерству культуры, правительству за то, что она цирк не забывает. Я сегодня считаю, что сегодня это праздник цирка. И я очень счастлив, что я дожил до этого дня, что смог сегодня присутствовать. Вы будете приезжать здесь выступать? Ну, тем более. Спасибо вам большое. Не за что, ребята. И вам большое спасибо за то, что вы любите цирк. Ура!